Здравствуйте, дорогие девушки, милые дамы, с вами Юлия Ланский, эксперт по построению отношений с успешными мужчинами. И сегодня я хотела бы вам подарить еще одну технику, которую я называю «Красотка в зеркале». И часто женщины задаются вопросом, что со мной не так? Я красиво одета, я уложила волосы, я накрасилась, да, вот, прихожу на мероприятие, или выхожу в свет, но мужчины не обращают внимания. Вот такое ощущение, что обращаются ко всем другим дамам, но только не ко мне. Это одна из самых таких распространенных ошибок женских, которая тянется из-за неуверенности в себе. Вот, казалось бы, внешне вы все сделали, но мужчина чувствует, если у вас нет вот такого стерженька, да, если нет вот этого ощущения от женщины, что она довольна собой, что она красавица. Да, и эта внутренняя красота, да, вот она действительно должна идти изнутри. И вот когда она отсутствует, да, отсутствует эта внутренняя уверенность, как правило, мужчина проходит мимо. Ну так вот, техника «Красотка в зеркале». Пожалуйста, каждое утро, перед тем, как вы выходите на работу, тогда, когда вы оделись, тогда, когда вы причесались, тогда, когда вы накрасились, подходите к зеркалу и ведите беседы сама с собой. Настраивайтесь на грядущий день. Рассказывайте себе о том, что сегодня произойдет. Проводите так называемую настройку сегодняшнего дня. Думайте обо всех позитивных событиях грядущего дня. Думайте о том, какая вы будете изумительная, красивая, потрясающая. Разговаривайте обязательно сама с собой. То есть во время этой техники вы должны говорить себе, смотря на себя в зеркало, глаза в глаза. И самое главное, ваше отражение в зеркале должно вам нравиться. Я встречала женщин, которые боятся посмотреть в глаза себе. Я встречала женщин, которые проглатывают язык, когда они начинают смотреть на себя в зеркало. Я видела женщин, которые опускают и уводят глаза в сторону, которые теряются перед зеркалом. Вам необходимо научиться разговаривать самой с собой и тащиться от этого разговора. Вы должны наслаждаться вашим отражением в зеркале. Вы должны увидеть ту самую внутреннюю уверенность, внутренний позитивный восторг, довольство собой в отражении в зеркале. Когда вы достигли, скажем, такой вот нирваны, да, настроились вот классно, позитивно, тогда вы готовы выходить на улицу и идти на работу, да, и встречать этот день с новым классным настроением. И вы увидите, что все окружающие вас мужчины будут воспринимать вас совершенно по-другому и никогда не смогут пройти мимо вас. Они всегда будут хотеть знакомиться с вами. Спасибо большое за ваше время. Если вам понравилась эта техника «Красотка в зеркале», ставьте, пожалуйста, лайк, нажимайте на кнопочку, передавайте другим девушкам. И от себя я вам желаю настраиваться классно на позитивную волну каждый день. И таким образом эта классная привычка войдет в вашу жизнь, и вы будете дальше ощущать себя ежедневно в классном настроении, состоянии, привлекать к себе мужчин. Спасибо, с вами была Юлия Ланский, до скорых встреч!